Самарская область будет привлекать на работу врачей из других регионов страны. Такое поручение сделал в РИО губернатора Вячеслав Федорищев. Здравоохранение – вопрос номер один, отметил руководитель региона. Он также предложил расширить программу обеспечения жильем врачей Самары и поручил улучшить материальную базу в учреждениях здравоохранения. Да, конечно, прекрасно. Но мы все зависим от врачей, понимаете? Это самая благороднейшая профессия. Мы все бежим по любому поводу к врачам, в поликлинику. Я не знаю, я по жизни благодарна врачам. Очень даже хорошо и положительно, потому что действительно вообще врачей не хватает. Если нет рядом хорошего наставника или просто врача с большим опытом, который и подскажет, и научит, и поможет. Положительно. Поликлиники у нас в городе в основном уже старые. Контингент старых врачей, ну я имею в виду не по возрасту, а по стажу работы, он сменился. Пришли новые врачи, которые не отвечают всем требованиям, которые необходимы для врача. Вполне. Можно только одобрить. Потому что врачи должны быть всегда. Спасибо. Чтобы мы не болели никто. Конечно, мы положительные. Потому что медицина нужно, им в хороших условиях нужно работать. Достаточно у них, у всех сейчас, даже в Октябрьском районе, например, очень плохие условия для работы врачей. Я насколько знаю. Ну, я думаю, что мы должны готовить все-таки своих. Их надо готовить, вот как раньше готовили в институтах по-нормальному, с требованиями такими серьезными, да. Но и зарплату увеличить – это обязательно. И участки очень большие, участки. Это положительно. Чем лучше, чем больше специалистов в нашем регионе, тем, соответственно, выше как бы профессиональная квалифицированная помощь населению и так далее. Меньше болеть будет.